С этими зомбарями нужно держать ухо востро. Бонг-Че, у тебя еще осталась твоя подзорная труба? Ага, сейчас погляжу. Вроде бы никого нет. Хотя какая-то странная трубка в воде. Непонятно. Всем привет! Сегодня к нам пожаловали зомби-водолазы. Да, не такое бывает. Ждите, прилив, и вместе с ним приплывут наши водолазы. Не переживай, мы как-нибудь с ними справимся. Да, посмотрим, что они из себя представляют, и точно придумаем способ борьбы с ними. Посмотрим. И это все, что ты смог придумать? Мне вообще думать в принципе не нужно. Мое дело вас грызть. С этим, конечно, трудно спорить. А вот и водичка поднимается. Скоро-скоро будет вам крышка. О себе беспокойся. Этой же водичкой скоро унесет ваши останки. Они почему-то думают, что их водолазы доставят нам большие проблемы. А вот теперь сами посудите, как вы попадете в тех, кто скрыт водой. А вот это уже вопрос. Решим его позже. А пока нужно кувшинку спасать от этих подводников дурацких. Ну вот, уже паникуете. На-ка, охладись, дружочек. Осторонно, утащу под воду, его лучше больше никогда не всплывет. И вишенка на торте, голограмма «Стена Орешка». Активация защитного экрана. Заразы, давайте скорее грызть, пока меня тут не поджарили. Вон уже как запели. А вы обещали, что нам не победить сегодня. Как же это по-зомбахи? Сначала наговорить всякой всячины, а потом сесть лужи. Я бы сказал, сесть целое море. Ничего, еще не вечер. Сейчас прилив вас затопит, и нам будет легче вас атаковать. А как вы собираетесь преодолеть защитное поле Орешка? Как-нибудь. Не твое дело. Сами разберемся. Ну вот, оставляете все на самотек. А еще удивляйтесь, почему всегда проигрываете. А ведь точно. Хоть мы и под водой можем подкрасться, но эти орехи заставляют нас всплывать слишком рано. Даже у ваших водолазов хватило мозгов это понять. И все равно они ничего не поменяют в своем плане. Зато мы точно что-нибудь изменим к следующей серии. И водолазов будем бомбить даже под водой. Не верим. Никто не может достать нас под водой. Это мы еще посмотрим, Фома неверующий. В принципе, мы и сегодня уже оборону выстроили неплохую. А ну-ка, парни, давайте в одном месте на них набросимся. Смотрите-ка, они там внизу что-то столпили. Значит, нужно там разрядить обстановку. Ага, сейчас наш подводный друг созреет и поможет. А я пока как следует поджарю всех оставшихся. Ну вот, уже полегче. Не сработал наш план. Но ничего, сейчас уже и финальная волна подоспеет. Даже если ваша волна будет вся целиком состоять из водолазов, вы все равно ничего не добьетесь. Даже отвлекаться на них не хочется. Мне интереснее наш водяной сад. Ага, неплохо у нас сегодня вышло. Смотрите, эти сорняки вправду заполонили здесь все. Еще пока не все, но парочка другая тростников никогда лишней не бывает. Так, а где там обещанная волна? Что-то запаздывает она у вас. Да вот, уже на подходе. Правда, мы и сами уже не верим в победу. И правильно, потому что я запускаю свои грозовые штучки. Ловите. Ну, зомбари, держите. Мама. О-хо-хо, ну и жарит. Последние секунды и готово. А это значит, пришло время прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.